Всем доброе утро. У нас сегодня праздник. Ой, нашей имениннице 6 лет. Подарочки, подарочки, шарики, шарики. Она еще спит, пойду ее будить. А то все проспит. Мэри Джейн. Мэри Джейн. Гутен Морган. Алис гуты цум гебурстаг. Алис гуты цум гебурстаг. Кис-кис-кис. Мэри Джейн. Авахэн. Вописту. Вописту. Алис гуты цум гебурстаг. Вербисту. Мэри Джейн. Мэри Джейн. Сколько тебе лет сегодня? 6. Рихтиг. Ну, хоть это выучила. Да? На пальцах умеем. За пару недель в школе выучили. С днем рождения, Мэри Джейн. Наша красавица уже оделась, переоделась. Процесс разворачивания подарков. И что там танта Елена, Паулина и Гюнтер написали? Музыкальная вот такая вот открыточка. Вас из нас. Пули. О, да Клайд. Клайд. Вау, вундаба. Зупа. Айферт. Вы представляете, вот такие вот шикарные вещи. Такое вот платьишко. Я вот такое вот классное, так классное платьишко шьет своими руками. Одна знакомая у сестренки Саши. Зуба. И вот это все-все-все она своими руками делает. О, а это большая-большая конфета. Вот такая вот теплая-теплая кофточка. Мамки такие вещи лучше не дают. Что мы сделаем? Какой подарки? А что еще надо делать? Пол седьмого. Пол шестого мы еще спим. Мэри Джейн, смотри, что тебе подарили. Она еще сама спит. Да, она вообще не понимает, что у нее сегодня день рождения, и она распаковывает подарки. Да по какому времени смотрю? Смотрите, какие мы Мэри Джейн фломастеры. Я о таких только вообще любим мечтала. Я даже о таких не знала. Не то, что мечтала, а не знала. С одной стороны кисточкой, а с другой стороны они тоненькие. Двойные такие. Вот столько цветов. Мама выбирала. Ну, да. Да, это я выбирала. Классно. Теперь у меня никто не будет таскать кисточки с красками. А, это что за коробочка, Мэри Джейн? Что это там такое? Уровень. Сережечки.
Мэри Джейн все просила, просила, чтобы ей уши прокололи. Мы долго думали, делать ей это или не делать. Но, наверное, если мы ей проколем в этом году уши, этот день рождения запомнится на долго-долгую память. Да, Мэри Джейн? Да. И последний подарочек. Как же без своего братика, да? Он же мне забиты. Мэри Джейн, Алис Гутэ Цум Геборстак. Алис Гутэ Цум Геборстак. За. Он, Мэри Джейн, что там в подарочке-то? Сумочка. Мама, это фортсменка. Вы представляете, Джейми знает, что там такое лежит. Мэри Джейн не знает, а Джейми знает. Джейми, откуда ты знаешь? А? Когда я мама шминка drauf ist. Я шминка. Детская косметика. Вся на водной основе и стирается водой. Ну все, мы Мэри Джейн потеряли. Я надеюсь, мы сегодня в школу не опоздаем. Придем накрашенные. С яркой-яркой помадой. Загбите, я сплю еще. Нет, не хочу. Не хочу. Папа, как на? Плюш не хочу. Не хочу. Не хочу спать. Плюш не хочу. Представляете, на улице 6 градусов всего лишь. Пришлось натянуть капюшоны. Вот такие вот мы две матрешки. А на выходных обещают вообще 32 градуса. Вы представляете, 32 градуса осенью. Любимый уже мой ворчит, говорит, опять духотища, опять дышать нечем будет. Надоел ему, я говорю, чемодан, вокзал России, как он мне всегда говорит. Езжай туда, там. Там холодно. Говорит, не, я лучше останусь здесь. Нам исполнилось 6 лет, да? Вот, вот. Не в духе опять. И как-то, знаете, лучше слышится, когда 6 лет и школа, чем нежели 5 лет и школа, да? Многие скажут, ребенку в садик еще можно ходить и ходить дальше. А мы тут хоп и в школу. Но мы, к сожалению, не выбираем. Мы живем на такой земле, где если ребенку исполняется до, если я не ошибаюсь, 30 октября 6 лет, все идут в школу. Вот так вот. Поэтому мы пошли в 5. Но теперь мы совсем большие. Вот какие мы большие, взрослые. Он говорит, я так выросла сегодня с утра, мама, посмотри. Стала рядышком со мной. Он говорит, я такая высокая, я выросла. Вот такая вот мартышка. Да? Выросла. Там такие неприличные рисунки на стенах. В Германии тоже такое, вы знаете, бывает. Неприятные вещи. Нашу именинницу я забрала со школы. Мы дружной компанией. На улице жарище такая. Идем домой. У нас там ждут наши любимые мужчины. К нам сегодня приедет кузина отмечать день рождения. О, правда. Какая красота. Домик ходить. А, das Kirche. Домик ходить. Да, домик ходить. Мэри Джейн, Ева, сегодня в школе. Гуд. Гуд. Хорошо. Хорошо. Ну, как ты мне обещали? Was hast du heute für eine Schule gemacht? Es waren 20 Kinder und ich habe die Lehrerin ein Gummibärchen gegeben, eine ganze Tüte. Ja. Und ich habe den Lutscher von Tina bekommen als Geschenk. Und zwei Bilder, ja?
Ja, von Leonid und von Leonis. Die sind beide Jungs. Ja. Und noch? Was hast du heute gemacht? Geschafft? In Mathematik. Die anderen waren viel zu langsam. Ja, du hast gesagt Spagat. Ja? Ich kann noch einen Spagat. Ah, ja, und представляете, ребенок сел на шпагат. Я сказала, сейчас придем домой, я вам тебе покажу, как я умею на шпагат садиться и на голове стояла. И на голове стоять. Го. Сосновка. Никс. Идем домой. Вечер будет сегодня у нас праздничный, праздничное настроение у всех, да? Да, грызет. Вот. Noch einmal. So. Noch ein bisschen. Вот такой вот у нас шпагат сегодня получился. Vorsicht. Ab. Hier, was steht hier? Das steht Happy Birthday. Покажите мне какую карту. Liebe Mary Jane, wir gratulieren dir ganz herzlich. Zum Geburtstag. Ne, zum Geburtstag steht ja hier. Happy Birthday steht ja hier. И все дети подписались. Papa, wer steht hier alles? Levi, Tobias, Alea, Ryan, Ryan. Adalina. Ryan. Nein, Alea, Ryan, да. Mein Gott. Nicht, как будто все вместе. Ну, кто как мог, тот... Можем мне с такой стороны? Вот тебе принцесса Мэри Джейн. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Mary Jane. Zum Geburtstag, viel Glück. Alles Gute zum Geburtstag, Mary Jane. Die kannst du nicht auspusten, Mary Jane. So. Сегодня у нашей именинницы был очень насыщенный день, и поэтому она уснула очень-очень быстро вместе со своим братиком. Даже не прибегали тут ни мама-мама, папа-папа, покажи это, расскажи это. Сразу как легли, мы их поцеловали, сказали гутенакт, и они быстренько уснули. Вон Грей тоже сегодня вот, смотрите, как спит. О, разлегся, лапы вытянул. В общем, все наши детишки уставшие уснули спокойно. А я хотела вам показать фломастеры. Вот такие вот фломастеры. Очень интересные. Вот такие вот цветные. 36 цветов. Они акриловые. И что самое интересное, чем они мне понравились, когда мы заказывали, то, что с одной стороны у них сделано в виде кисточка, а с другой... Да. Сейчас покажу. Вот такая вот кисточка, чтобы рисовать более толстые линии или разукрашивать. А с другой стороны вот тоненькая такая вот, как карандашиком делать, знаете, такие вот линии тонкие и контур рисовать. Сейчас я вам покажу. Вот, допустим, вот такой вот фломастер берем вот с этой стороны. Вот. А с другой стороны он более тонко рисует. Да, вот так вот. Что-то такое. Со. Такие вот каракули. Здесь вот еще такой зелененький добавим. Они сегодня вместе все рисовали. К нам пришла кузина. Паулина. Двоюродная сестра по-русски. И вот они все втроем сидели и рисовали.
такими фломастерами. Мне даже подарили картинку очень интересную, где я нарисована с домиком, с большим деревом. И вот тоненький можно тоже нарисовать. Вот что-нибудь такое. Зо. Я считаю, классно. Нам будет разукрасить. Для ребенка это само то. Можно рисовать и тоненькие линии, и толстые линии. Вот такая вот картинка у меня получилась. Новыми фломастерами и акриловыми, которые мы подарили Мэри Джейн. Она довольная, счастливая, так как она любит рисовать, поэтому сейчас будет целыми днями или себе лицо рисовать, также подарили детскую косметику, или же картинки новые для папы и мамы. Добрый, а теперь всем спокойной ночи, всем доброго утра завтра. Давай, проснулся, спать пора, иди спать ложись. Всех целуем, всем пока. Оставайтесь с нами.